На Ямале с начала года выдано 89 сертификатов для переезда из аварийного жилья в другие регионы. И несмотря на непростую экономическую ситуацию, региональная программа продолжает работать. Благодаря ей 24 ямальские семьи уже приобрели новое жилье. Средний размер социальной выплаты составляет порядка 3,5 миллионов рублей. Такая мера поддержки появилась по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в начале 2021 года. Программа пользуется большой популярности у ямальцев. За время ее действия около 300 семей смогли приобрести новое жилье. Напомним, что жители аварийных многоквартирников могут воспользоваться сразу несколькими формами поддержки. Так, в рамках федерального законодательства у ямальцев есть возможность получить денежную компенсацию за квартиру или иное жилье. В рамках областной программы сотрудничества можно рассчитывать на выплату для приобретения жилья в Тюменской области. Желающие получить год господдержку могут подавать документы до 1 октября 2022 года. Заявки принимаются жилищными службами органов местного самоуправления.